Всем привет, это я, и я снимаю видео, наконец-то, не про какие-то поезда, не копирую их с моего основного канала, я снимаю для Ты Алекса, наконец-то. Вы на моем втором канале про путешествия, который называется Ты Алекс, подписывайтесь на мой основной канал про электронику, игры IT Алекс, подсказка наверху, в описании ссылка. Ну и, конечно же, раз мы уже про Малагу снимали везде обо всем, как-то уже 2.0 везде обо всем делать, наверное, было бы немного глупо, поэтому сегодня мы едем из Малаги в Севилью на скоростном поезде. Без поездов никак. Я думаю, получится материала много, поэтому программа будет интересная. Достопримечательностей там тоже много, про Севилью можно много чего рассказать. Но везде и обо всем Севилья мы начинаем. Поехали! Промокли все, на улице дожди льют. Только отправились и уже разогнались до такой скорости. Приехали, короче, на вокзал Севильи. Одна из главных достопримечательностей города Севилья – это Альказар, крепость. Там две очереди. Люди, которые купили билеты по интернету, быстро проходят, а те, кто не купили билеты, долго ждут. Погода очень дождливая, вот, дождь, короче, даже сейчас идет, и поэтому, конечно, не так красиво, как было бы, если бы солнце было. Кстати, в Севилье есть аэропорт. Еще одна главная достопримечательность города – это кафедральный собор Севильи. Кстати, башня кафедрального собора является смотровой площадкой. Кстати, это крупнейший готический собор в Европе. Его высота 42 метра, а дата постройки 1401 год. Чтобы подняться на вершину колокольни, вам нужно пройти 35, нет, не лесенок, а горок. Здесь это специально для удобств сделано. И одну лестницу. После этого вам откроется вот такой вот красивый вид. Если бы светило солнце, было бы вообще круто. Высота этой колокольни 100 метров. На самом деле здесь очень сильный ветер.
практически во всех городах Испании есть вот такая штука, где написано «drinking water». То есть вы можете попить воду или налить ее себе в бутылку. Ну, в общем, в Испании вода считается просто чистой, вот поэтому поставили вот такие штуки. Далее мы пошли на еще одну из основных достопримечательностей Севильи – площадь Испании. Кстати, как раз вышло солнце. Вау! Это как будто в другой мир попал. Перед вами площадь Испании. Ведь действительно кажется, что ты попал в другой мир, как платформа 9 и 3 четверти в Гарри Поттере. Здесь просто другая атмосфера, а тем более, когда светит солнце, безумно красиво. В Севилье есть метро и трамваи, но в метро мы не были, так как оно, в принципе, нам не было нужно, ведь мы гуляли в центре. Тем более в метро ходят такие же поезда, как и здесь, поэтому не могу назвать их трамваями, но и не могу их назвать поездами для метро. Собор, вот эта башня, на которую мы поднимались и фоткали вид, она закрылась в 5. А как раз вышло солнце, мы хотели пойти сфоткать снова, когда уже солнце вышло, виды, но не получилось. И вот мы сейчас едем в другое хорошее место. Как еще раз? Мост Триана. Мост Триана. Вот, там тоже есть какая-то башня. Типа, посмотри, да? Башня с моста. А, с моста. Вот с моста. С моста открывается прекрасный вид, но очень сильный ветер. И ведь отсюда видно вообще все. Если не считать Мадрид, в Севилье проходит больше всего боев с быками. Ну, Мадрид мы не считаем, потому что это довольно крупный город. Вот, здесь проходят как раз бои с быками. Plaza de Toros называется. Затем мы заблудились, ушли практически в конец города, но успели на поезд. Ну, не пришлось ночевать в другом городе за 300 километров. Офигеть, мы успели. Ну а мне на это все. Я желаю вам всем хорошего дня и надеюсь, что совсем скоро мы будем снимать новую программу «Везде обо всем». Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на канал. И на этот, и на мой основной. Пока-пока.